Друзья, всем привет. Выскочили рыжий. Маша где-то впереди там бегает. Стоит, ждет. Вот у него, вот она. О, проскочил. Ленится. Маша где-то впереди бегает. Ох, они только что и вытворяли там. Да тихо ты, собака, чуть не наступил на кота. С Машей вдвоем, мама родная, кувыркались. Но пока камеру достанешь, они уже успокоятся. Да, Кисюня? Ищет место, а вон Маня сзади тебя подтягивается. Так, а ну давай, давай. Копаем, копаем. Так, так, вот так. Все, это мы не будем снимать. Маня, Кисюня? Маня до сих пор не отошла от игрища. Вайка вумна. Только что хотела напрыгнуть. Ждет, пока мисс Рудик яму закопает. Вот так. Маша, не мешай. Рудик скоро уже перегонит Машку по размеру. Да, кися? Вот так, ладно, пусть кот. А, уже все. Ну, пошли дальше. Маня носится уже. И так, и кухти, и смотрит, смотрит на нее или нет. Ух, ух и кошка. Ну-ка, рыжему. О, орешек. Вот так, вот так. Так, а ну дай сюда, ты сейчас есть, будешь и пузо будет. В орехе, что в земле. На, Рудик, Рудик. О, вот здесь можно. Все. Закончился интерес. Рудик, идем дальше. Там еще лед толстый. Через день-два уже с собой котов брать не буду. Все интересно, все по сторонам. Ладно, пойдемте дальше. На улице, так скажу вам, свежо. Дует такой небольшой прохладный ветерок. Рыбаки уже сидят на льду. Уже увидел. Так. Стеколышко откуда-то взялось. Надо его подальше закинуть. А то животинки могут лапу порезать. Маша бежит сзади. Рыжий где-то отстал. Правильно. Ух. Свежевато, честно говоря. Влажность я там больше 90%. Смотрел. Температура где-то 1,6-1,7 тепла. Но из-за ветра кажется, что холодно. Лед становится прозрачным. Трое, троих вижу. Четверо, четверых. Под той стороной сидят. О, как. Тучи такие, что могут быть и осадки. Где мои животные? Собакин. Обнюхать надо всю территорию заново. Маша с дерева на дерево. Не только что все впятером как начали хрумкать. Опять с утра кормил, встал пустые кормушки. Так они так плотненько позавтракали все. А теперь энергию надо куда-то девать. Да, Маня?
А куда девать? Мыши выели всех. Бегать не за кем. Кисюня. Тоже такая шерстка, как у короля. Мягенькая-мягенькая. Вот витамины едят только двое. Я которые даю по таблеточке каждое утро. Сэм ест. И маленький рыженький. Хотя какой он уже маленький. Он уже такой. Уже не совсем маленький. Уже такой вес у него, когда берешь на руки. За Сэма спрашивайте. Ну, Сэм своеобразный кот. Он на руки не идет вообще. Такой, знаете, тюфячок. Сядет. В мире покушает, сходит на улицу и опять себе в будку туда, и целый день в будке вся спит. Сэмик, тебя потеряли. Видите, он все время сидит в будке себя. Поест и быстренько назад. Боится, чтобы ее никто не занял. Да, Сэм? Ух, Руди где-то близко ходит. Да не бойся. Вот он наш Сэмик. Здравствуйте. Так что он такой, может, потеплеет. Тогда уже сын начнет гулять. Пока мне сегодня желания гулять нет. Циркачка Маша. А где там рыжий наш, интересно? Вот он наш рыжий. Что-то вынюхивает. Там, видите, какой слой травы. Это заброшенный участок. И я так больше чем уверен, что там тропы мышиные. Мышками пахнет, и Рудик там нюхает. Понесся. Так, Исюня. Машку увидел. Так. Машку уже гнет по пути. Маня, Маня. Иди сюда. Ну ты куда оно полезло? Так. Забираю рыжего. Иди сюда. Попробую еще поймать. Ну. Выскочили. Обе. Шоки сегодня. О, так. Видели, как он понесся. Ладно, друзья. Пойдем домой. Рыжего сейчас сам прибежит. Всем тихого, мирного дня. Всем всего самого хорошего. Остаемся на связи, друзья. Всем пока.